Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поговорить о видах заработка Vivasan. Постараюсь быть краткой. Меня зовут Ольга Васильевна Шерешева. Я работаю 20 с лишним лет в компании Vivasan. Итак, возможности заработка с Vivasan. Первое, с чего я хотела бы начать, это, конечно, все мы начинаем с нашей дисконтной карты. 5 продуктов на выбор, и мы получаем возможность покупать продукцию Vivasan со скидкой 23%. То есть кэшбэк 23%. Дисконтная карта вас ни к чему не обязывает, она дает возможности. Итак, дисконтная карта дает кэшбэк 23%. Какие же возможности она дает? Это бесплатные консультации врачей и консультантов компании Vivasan, доступ ко всем мероприятиям и материалам Vivasan. Но давайте немножко подробнее рассмотрим эти возможности. Первое и главное, для чего мы покупаем, приобретаем наши продукты и приобретаем дисконтную карту, это, конечно, возможность покупать дешевле. Кэшбэк 23%. Для того, чтобы выбрать эти продукты, нам нужен доступ к каким-то материалам Vivasan. И огромное количество видео или документального материала на сайте компании www.vivasan.com. Кроме того, ежемесячно президент компании Томас Гетфри объявляет какие-то акции, скидки или подарки. И дисконтная карта также дает возможность принимать участие в этих акциях. Международные семинары – это возможность встретиться не только с президентом компании и с лидерами компании, но еще возможность познакомиться с владельцами заводов того продукта, которым мы пользуемся. Ну а если вы захотите заняться бизнесом, у нас есть, кроме лидеров, которые блестяще работают и помогают, имеют огромный опыт, еще и обучающая платформа. Здесь будет огромная помощь для того, чтобы вам рассказали, показали и ответили на множество вопросов. Ну и, конечно, основное, ради чего мы приходим в бизнес, это создать собственный бизнес, да еще и без вложений. И дисконтная карта также является пропуском в этот мир. А главное, вы еще не начали работать, вы еще просто потребитель, вы просто пользуетесь великолепным продуктом швейцарской компании Vivasan, а компания уже делится своими прибылями. Первое. Снова повторюсь. Предположим, вы купили в течение месяца или одноразовая покупка, неважно, на некую сумму продукт. Для удобства возьмем сумму в 6 тысяч рублей. Вы купили этот продукт, он стоит 6 тысяч, но для вас по дисконтной карте он стоит на 1500 меньше. То есть это экономия вашего бюджета. Деньги остались в вашем кошельке. Вы продали какой-то продукт, да, пусть будет та же сумма 6 тысяч рублей, но поскольку вам по дисконту это стоит на 1500 рублей дешевле, вы имеете свою прибыль от продажи. Если человек захотел так же, как и вы, иметь дисконтную карту, а поверьте, вам это тоже выгодно, я немножко позже скажу об этом, при этой регистрации, предположим, та же сумма, вы имеете 1500 рублей, но не деньгами, а продуктом по вашему выбору. То есть вы выбираете и продаете его уже с наценкой 30% и имеете здесь даже больше, не 1500, а 1950 рублей. И есть у нас еще уникальное мероприятие, которое называется Viva Party. Здесь идет измерение энергии профессиональными консультантами. Кстати, вы тоже можете научиться этому и также получать деньги за это. И стоит оно всего 700 рублей. Но если вы пригласите своего друга, то вам это измерение будет подарок, то есть 700 рублей вы можете сэкономить. И вот за все эти 4 шага вы можете получить 5650 рублей. Но это основываясь на этой сумме. Давайте рассмотрим немножко поподробнее Viva Party. Да, мы уже поняли измерение в подарок просто за приглашение. А если ваш друг что-то купил, кроме него еще будет прибыль торговая, потому что покупает он по клиентской цене. Если этот человек зарегистрировался, вы все равно получите. Там вы получили прибыль торговую, разницу с продажей, а здесь вы получите мотивацию. То есть мотивация – это как раз разница на продаже, на регистрации. А вот если он зарегистрировался более чем на 110 франков, то вы получаете здесь уже, кроме измерения в подарок,
мотивацию и подарок от президента компании. Если сложить все эти шаги, просто сложить, да, вы можете на выбор делать что-то, вы можете вообще ничего не делать. Но если все-таки вы это сделали, то приблизительно получился оборот около 300 франков, и вы получаете около 10 тысяч рублей вознаграждения по всем шагам, по всем этим действиям. Если с этими шагами все понятно, купить себе, зарегистрировать или провести вивапати, я бы хотела остановиться немножко на продаже. Есть люди, которые любят продавать, есть люди, которым просто необходима срочно какая-то сумма. Что значит продажа в вивасане? Это продукт, который вам понравился, будь то артишок, или бодрость, это витамины, или кремы для лица, или вообще еще около 300 наименований на выбор. Но чтобы в день получалось 100 франков, в течение месяца мы продаем эти продукты, просто показываем то, что нам понравилось. Вознаграждение составит в районе 100 тысяч рублей. Половина будет сразу наличными деньгами, и половина будет товаром по вашему выбору, продав который, мы же о продаже говорим, вы получите деньги. И все вместе это вознаграждение составит 100 тысяч рублей. Обратите внимание, что это не банк, куда нужно вернуть эти деньги или вернуть еще с процентами. Это деньги, которые мы заработали и вложили. Ну, мало ли что бывает в жизни. На радость ли, на горе ли. Но и самое главное, к чему мы подходим, это к собственному бизнесу. Собственный бизнес – создание пассивного дохода. Это мечта любого здравомыслящего человека. Что для этого нужно? Нужно регистрировать людей, просто показывать им то, что я показала сейчас, приглашать их в компанию и обучать. Выплаты от компании составят, в зависимости от того, какая у вас структура или оборот, от 10 тысяч рублей до 2-3 миллионов и более. Для этого нужна работа и время. Если коротко сказать о том, с чего же начать при создании собственного бизнеса, не нужен ни офис, ни магазины, нужно только определенные шаги. И вот есть такое малюсенькое начальное звено. Мы называем его бизнес-группа. Что такое бизнес-группа? Это продать некую сумму, на сумму 260 франков, и подписать трех человек. То есть трем человекам предложить дисконтную карту на сумму 118 франков. При такой схеме ваша прибыль уже составит 10-12 тысяч рублей. Ну, в идеале на следующий месяц каждый из тех, кого я привела, хорошо бы, чтобы привел также по 3 человека. В этом случае прибыль составит пассивная 25 тысяч рублей. Но, к сожалению, в жизни так не бывает. И те, которые подписались в прошлом месяце, кто-то не купил вообще, кто-то купил немножко, дай бог, чтобы один привел трех человек. Значит, нашей задачей постоянно регистрировать каждый месяц людей в свою первую линию. Для того, чтобы из них кто-то был клиентом, кто-то, кому-то понравилось, он остался, кто-то стал вашим единомышленником, партнером, лидером. И вы вместе строите структуру. Что для этого нужно? Время и работа. И тогда каждый месяц ваш пассивный доход будет расти и через полгода может составить около 1000 франков, 60-70 тысяч рублей. Пассивный, повторяю, доход. Потому что это не отменяет ни вивапати, ни продажи и прочее. Это только пассивный доход. Хотите больше? Продолжайте в том же духе. Что для этого надо? Регистрировать, продавать, приводить на вивапати и развивать структуру. Если мы начинаем сразу, начинаем сейчас, чем вообще успешный человек отличается, это он использует те шансы, которые представляет ему жизнь. Дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Я вам желаю удачи, будьте здоровы, богаты и счастливы. Начинайте прямо сейчас. Вы ничем не рискуете. Большое вам спасибо за внимание.